Запланирован ремонт балконов на следующий этап. Вот эти. Да, да. Замена, полное срезание. Которые выступают. Да, монтаж новых. Уборка проводов, короба, выравнивание и покраска стен и потолков, замена светильников и подоконников. В поселке Барвиха продолжается ремонт подъездов в домах номер 10 и 11. Ход работ проверил глава муниципалитета. Сдача объектов планируется к 30 ноября. Мы проводим в соответствии с методическими рекомендациями перечень работ, который нам утверждает Министерство ЖКХ. После этого мы составляем дефектную ведомость, проводим общее собрание с жителями. В данном доме мы проводили в феврале, в 10-м доме, по-моему, в марте. В этом году в округе должно быть отремонтировано 250 подъездов. План уже выполнен на 90%. Кроме того, еще одной важной задачей является благоустройство территорий. В деревне Жуковка появились современные детские и спортивные площадки, освещение и видеонаблюдение. Зона отдыха уже пользуется спросом у жителей, отметил Андрей Иванов. Ну что, как площадка? Как качество? Вы знаете... В принципе, все очень хорошее. Так, единственное... и футбол можно играть, и я да, смотрю, и сделали. Да, да, баскетбол. И хорошее покрытие, и все. Рядом с площадками выполнили озеленение, высадили 200 сосен. Кроме того, здесь, на берегу Москвы-реки, оборудовали два пирса для рыбаков и лестницу. Теперь в округе появилось еще одно место для досуга и отдыха. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».